У меня к тебе вопрос. Нашу или пролитую слезу? Если осталось две. Нет, что скажешь, что я буду? Нет, обе нам не разрешают. Вот. Парижское время. Тоже совместно. Парижское утро, 6:30 рассвет. Бертран варит кофе для сонной Аннет. Он жилист и лыс, он в трусах и очках. Он носит футболки, не любит рубах. Аннет видит крыши сквозь щелку окна. И раннее утро не любит она. Аннета с утра и поплакать не прочь. А ночью смеялась Гекатина дочь. Бертран очень занят, готовит омлет. Бертран измышляет меню на обед. Он любит черешни, но ест виноград. Бертран от Аннеты даже мало стирает. Бертрана любит виски и женщин в чулках. Аннет носит джинсы на тощих ногах. Аннет красит губы, смеет